Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 18 марта на канале «Россия-1» стартует показ нового сериала «Васнецова». Главная героиня сериала – Вероника Васнецова. Женщина добилась успеха как на карьерном поприще, так и в личной жизни. Она майор полиции и многодетная мать. К работе стражем правопорядка она возвращается после долгого перерыва, 10 лет спустя, заручившись поддержкой бывшего мужа и его связями. Вероника оказывается в следственном управлении Калининграда. Там она становится во главе команды, которой предстоит обезвреживать особо опасных преступников. Работа на новом месте дается Васнецовой непросто. Помимо основных рисков и опасностей, героине предстоит бороться с такими несправедливыми трудностями, как недоверие коллег, подозрительность начальства, сложности с детьми и проблемами в личной жизни. Сильная, волевая и решительная женщина Вероника не сдается, активно сражаясь за торжество закона и справедливости. Премьера сериала стартует с 18 марта на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!